Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Рада всех приветствовать! Все семена закуплены, я их обозревала, но сегодня пошли за продуктами в магазин «Магнит», и там стоит стоечка с семенами. Семена недорогие, по 10 рублей, по 17 рублей. Ну как же пройти мимо? Хоть зелень да надо взять. Семена от фирмы «Гавриш». Удачные семена. Я докупила редиску с белым кончиком. Мы ее очень любим. Она слабо острая, нежная. Сажаем ее все лето и используем даже листья. Вот такую редисочку я докупила. Руккола, покер, растет 20 дней. Рукколу я успеваю вырастить в тех же рассадниках, что и огурцы. До огурцов мы снимаем урожай рукколы, потому что 20-25 дней, и она готова, и она холодостойкая. Она очень хороша в салатах и остренькое дополнение к мясу и рыбе. Купила еще рукколу. Укроп кустистый. Но он всегда пригодится, укроп кустистый. Зонтики образуют попозже. В общем, много-много зелени с этого укропа получится. Не устояла. Купила лучок Штутгартер Ризен. И тут же получилась у меня вот такая, не знаю сказать, приятно-неприятная вещь. Попробовала я его прорастить. На всхожесть попробовала ее проверить. И на удивление он весь взошел. А лук-то, оказывается, вот, вырастает за 70 дней. А он у меня дома будет 2-3 месяца. И что же делать? Подскажите. Я его вынесла на прохладную лоджию. Ну что, будем, может быть, есть перо, что ли? Вот так рано я посадила лучок Штутгартер Ризен. Но у меня еще пакет. Этот я посею в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Бывает и на старуху проруха. Ну и не прошла мимо. Вальс цветов Эшольция. Когда-то был у меня такой цветочек, но потерялся. Вот такая разная здесь будет цветовая гамма. Листочки у него как у укропа. Посеять его можно сразу в открытый грунт, заполнить пустые места в клумбах. Это однолетник-самосейка. И еще понравилась мне мальва Багамы. Вот такие разноцветные розочки на длинных высоких стеблях. Цветы моего детства. Это двулетник. Можно посеять тоже сразу в открытый грунт. Семена все свежие. До 25 года у них срок. Ну и еще покажу кое-что. Я собрала свои семена земляники, даже с той, которая была высушена, на чай. Она прошла такую обработку, 40 градусов в сушилке. И эта земляника, как ни странно, схожая. Вот, вот всходики этой земляники. Это тоже эксперимент. Земляничку я буду сеять чуть позже. Проверила на всхожесть. Она всхожая. Вот самые сильные зернышки уже взошли, и остальные тоже там корячатся, выходят. Вот. И еще на рынке купила головку чеснока. Я все время экспериментирую. Вкус хороший. Это какой-то южный чеснок. Зубочки дают уже корешки. И решила я посадить чеснок. Сейчас покажу. Вот, я собираю втулочки. Вот такие втулочки я не выбрасываю. У чеснока очень длинный корень. Вот в эти-то втулочки, заклеившие их здесь скотчем, я посадила зубочки чеснока. Посадила много. Вот он у меня. Вот-вот чесночок. Он уже хорошо закоренился и будет стоять на прохладной лоджии в самом-самом низу. А как только позволит погода, это будет в апреле, я его просто вытряхну из стаканчиков без повреждения корешков и пересажу в грунт. Он успевает образовать прекрасную головку и прекрасно хранится. Это все проверено. В Сибири, где
чеснок не зимует. Вот так и сажают сначала на рассаду. У меня, конечно, две грядки чеснока посажено, но это еще, ну как пропустить вот такие зубочки? Надо попробовать. Так, и еще от меня лайфхак. Вот молочные бутылки кефирные, вот такого цвета белого. Сейчас, если мне попадается, я ее не выбрасываю, мою и нарезаю вот такие маркеры. Они очень хороши. Они не ломаются, не теряются, не плесневеют, не намокают. Я прокалываю их толстой иглой и вешаю над томатами. Ну вот, наверное, пока и все. Вот, посадила лучок, взошел. Рановато. Ладно, это будет эксперимент. Я теперь знаю, что семена всхожие. И даже будет можно еще подкупить. Все вот эти семена по 9,99. По 10 рублей семена. И там достаточно нормально семян здесь. Так что можно купить семена и в магните. Так, похвасталась и посадками, и семенами. На этом все. Всем пока. Всего доброго. Крепкой рассады. Хорошего настроения. Всем пока.